Интересные программы для детей и взрослых в эти выходные подготовили городские парки. Гостей Добросельского в субботу ждет программа «Лесные сказки». Ответить на интересные вопросы и узнать много нового об окружающем мире можно будет в 11 утра. В Центральном парке в полдень посетителей ждет игровая программа «Свежий воздух». Ее организаторы подготовили для всех интересные и забавные испытания. В «Дружбе» в этот же день ждут юных любителей спорта. Там пройдет спортивная игровая программа «За здоровый образ жизни». Начало в 11:30. Кроме того, в парке «Дружбы» стартовала полюбившаяся владимирцам акция «День дерева». В преддверии Нового года деревья на центральной аллее снова украсят яркими вязаными изделиями, которые принесут горожане. Создатели самых красивых и необычных работ в финале акции конкурса наградят призами. В этом году деревья можно оформить в образы героев советских мультфильмов. Украшения можно сделать из любого вида ткани, пряжи, нитей, войлока, фрагментов одежды и декора. Главное, чтобы получившийся персонаж был узнаваем. Украшения должны легко крепиться и сниматься, не травмируя деревья. Акция проводится до 13 декабря. Подробности можно уточнить в администрации парка «Дружба». А любители спорта в эту субботу смогут поддержать футбольный клуб «Торпеды». На малой спортивной арене черно-белые проведут домашний матч. В 17-м туре первенства России среди команд группы «Запад» 2-го дивизиона владимирские футболисты сыграют с московской командой «Чертаново-2». Начало в 14:00. Завершить вечер субботы интересным спектаклем предлагает городской дворец культуры. На малой сцене, что на Горького, 69, покажут спектакль «Триптих» и «Объяли меня воды» по произведениям Рэя Брэдбери. Его сыграют артисты театра студии «Новая сцена». Начало в 19:00. В воскресенье 11 ноября на выставку приглашает Центр пропаганды изобразительного искусства. Там открылась персональная выставка владимирской художницы Людмилы Михайловой. Ее живописные работы раскрывают тему связи человека и природы. Каждая картина – это своеобразный разговор художницы со зрителем.